В воскресенье 29 сентября текстильщик принял участие в 15-м туре «Олимп ФНЛ». Домашняя встреча красно-черных с футбольным клубом «Нижний Новгород» завершилась со счетом 0-2 в пользу нижегородской команды. Уже на 11-й минуте игры гости открыли счет. Мяч не без помощи самих красно-черных забил Максим Полиенко. На 76-й минуте матча соперник удвоил преимущество. Подопечные Дмитрия Черышева не проигрывают уже 9 матчей подряд, включая кубковые. Сказать, что было много голевых моментов, но Нижний владел преимуществом, уровень футболистов тоже такой достаточно приличный. Вот. Ну, я считаю, что ребята сегодня тоже старались. Может быть, не все получилось в атаке. Вот. Ну, были у нас моменты и в Нижнем Новгороде. Но тут, наверное, в первую очередь сыграло индивидуальное мастерство на первый план. Там хорошую атаку в первом тайме провели. Поймали нас на быстрой ответной атаке, Нижний забили гол. Ну и, в принципе, во втором тайме, наверное, один момент, к сожалению, мы ошиблись при выходе из обороны. И там очень здорово футболист там, Нижнего исполнил, наказал нас.